республикой украинцы роют бессмысленный 450-километровый ров. Боятся вторжения. Ну и все такое. Это с одной стороны. С другой, Кишинев, который самоубийственно все еще держит курс на Европу, не считаясь уже очевидными потерями. Из Приднестровья Александр Балецкий. Разрекламированный украинским премьером Яценюком амбициозный и помпезный проект «Стена» по возведению укреплений на границе Украины с Россией уже добрался и до Приднестровья. Украинцы усиленно окапываются и уже прорыли вот такую глубокую траншею вдоль всей линии границы с непризнанной республикой. Противотанковым, как грозно заявляли в Киеве, ров, конечно, не назовешь. Да и вместо обещанных 450 километров украинские пограничники осилили всего 35. Закончилась солярка. Новый приказ сбросить все силы на разрушение полевых дорог, ведущих к Приднестровью. Детство наше, молодость. Мы ходили в кочурганскую школу. Но никогда нас никто не упрекнул. А вот ты пришла с Молдавии, ты молдаванка. Не было этого. Что наговаривать? А сейчас, да, идешь и страшно. Пустят, не пустят пройти. С каждым днем на погранпереходе людей все меньше и меньше. Одни идут в соседнее украинское село за продуктами. После обвала гривны покупать их в незалежной приднестровцам намного дешевле. Другие к родственникам. Кроме паспорта непризнанной республики, с которым границу не пересечь, здесь у всех молдавские, украинские или российские документы. Но мужчинам, гражданам России, въезд на Украину теперь фактически закрыт. Было отказано в проезде на территорию Украины более чем 500 гражданам России. Это только те, которые подошли и сообщили пограничникам о том, что им отказали в проезде. То есть есть еще люди, которые просто не подходили, не сообщали, а развернулись и ушли. Ну и, естественно, абсолютно большинство граждан указанной категории сейчас просто в Украину не проезжают. А вот тех, у кого паспорт с трезубцем, иногда очень даже ждут прямо на пункте пропуска офицеры из военкомата. Мобилизация против кого мобилизируют? Сами против себя, что ли? Вообще дуристи какая-то. Нейтральная полоса приднестровско-украинской границы. До пропускного пункта Кучурган, это украинская сторона, метров 200. Уже отсюда видно, что все подъезды к ним оборудованы огневыми точками. С наблюдательной вышки обзор лучше. Мешки с песком по углам – это снайперские пары. Сбоку дымит полевая кухня. В палатках ежедневно от 70 до 100 бойцов. Киев усилил погранзаставы Нацгвардии. Для поднятия боевого духа в приграничных районах Одесской области, говорят, даже ездят микроавтобусы с громкоговорителями. Запугивают местных приднестровскими танками. Родственники звонят с Украины, говорят, вы что, на нас хотите напасть? Мы говорим, вы что? Это Приднестровье меньше Одесской области, если взять все это Приднестровье. Да и зачем нам это надо? Нападать на Украину – это полный бред. На рынке в Тирасполе только и разговоров, что о соседях. Я сам украинец, мне больно смотреть. Там люди или они что-то курят, или, может быть, что-то пьют, но они какие-то неадекватные. Столько детей гибнет, столько матерей гибнет, жен гибнет. И Европа молчит почему-то. Украинские события по Приднестровью бьют рикошетом. Многие годы, находящиеся в экономической блокаде со стороны Молдовы, непризнанная республика получила мощный экономический удар. Теперь и со стороны Украины. Мы практически полностью потеряли рынок Украины. В 2014 году эти поставки практически полностью, скажем так, исчезли. Дело, конечно, не только в потере украинского рынка. 80% продукции из Приднестровья все равно ведь шли в Россию. Один из крупнейших заводов «Электромаш», где выпускают мощные двигатели для энергетики, как и все предприятия республики, ориентирован на экспорт. Но ввести в Россию можно только через Украину. Через нее же ввозить сырье. Ни то, ни другое Киев не дает. Приднестровским властям уже пришлось вынужденно срезать треть от зарплаты и пенсий. То, что не додают, зачисляют в долг, который пока платить нечем. Есть, конечно, большая угроза социально-экономического коллапса. Позволю себе смело предположить, что, собственно, это и есть самоцель тех, кто в Молдове и Украине координирует эту политику. Да, задача сделать нас бедными и, как это сейчас называется, договороспособными. Впрочем, свой путь, говорят Приднестровье, здесь давно определили на референдуме с Молдовой не по пути. И даже сейчас, когда из-за двойной экономической блокады местные предприятия остались без заказов, тут надеются на российскую помощь. На нее здесь обеспечивают население теплом и газом, строят дороги и детские сады. Виня Винит, ФСБ.
Бубуруза – на молдавском божья коровка. Единственный, похоже, не только в Приднестровье, по-настоящему молдавский детский сад. Все самое лучшее, самое современное. Это поддержка молдавских, молдоговорящих людей. Это гуманитарная помощь Российской Федерации. Таких детских садов в республике будет 5. Книжки для малышей с аутентичной кириллицей. В Молдове таких уже не найти. Тотальная руманизация. Кишинева ведь не ограничилась переходом на латиницу, но и исказила язык румынской грамматикой. А Тирасполь всегда считал себя трехязычным. Русский, молдавский и украинский. Равноправные и государственные. За это и сражались, отстаивая право написать в Конституции: Приднестровская Молдавская Республика – суверенное демократическое государство. Когда Молдавия решила оружием доказать, что приднестровцы такого права не имеют. В эти дни в Приднестровье снова вспоминают те события. 2 марта 92-го после убийства милиционера в Дубасарах тлеющий конфликт на Днестре перерос в кровавое противостояние. За несколько месяцев боев здесь официально погибли больше 1000 человек. Дальнейшее кровопролитие удалось остановить только благодаря российским военным. Российские миротворцы и сегодня обеспечивают здесь безопасность, словно живой щит, разделяя молдавских и приднестровских силовиков. Их присутствие — это для нас просто гарантия спокойствия, наверное, какой-то надежды. Для меня, во всяком случае, так. Посмотрите, разрушение грунтовых дорог на Украине, какие-то минометные батареи. Пусть ребята стоят и стоят. Александр Балецкий, Ренат Гореев, Вадим Клеванов, Роман Донец, Алексей Мащиков. Вести недели из Приднестровья.